Да, и кто же сказал, что в чужом городе нужно двигаться только по главным магистралям? Мы только что проехали по каким-то непонятным задворкам, вот от собора, по тропочке. Обнаружили тут фонтан и обнаружили, как Алаунплац. Да. Во, Алаунплац выглядит вот так. Если честно говоря, я вот такое вижу впервые. Просто огромнейший газон. Народ тусуется босиком причем. Блин, классно. Просто классно. И даже никто не думает бросить бутылку. Не, кстати, я видел сегодня в паре мест битое стекло. Вот оно. Да, кстати, а вон там я вижу какие-то сливы, что ли. Надо бы стырить штучку. А то и другую. Это алыча. Ну, я попробую.